много лет работаем вместе с Маргаритой Пушкиной над разными песнями и для группы Ольви, и сейчас для группы Sunburst. И вопросов, поддерживать или не поддерживать проекты Маргариты, в общем-то, никогда не возникает. Династия посвященных собирает под своими флагами людей, которым действительно не безразличен металл, и которые даже в наше непростое время занимаются любимой музыкой, любимым делом. Понятно, что это не формат в хорошем смысле слова, и здесь мы услышим действительно настоящее творчество. Поэтому я призываю всех поддерживать проект Маргариты Пушкиной на Планете.ру, рок-опера «Окситания», «Династия посвященных 4». Будет масса интересных, сложных песен, необычных, непростых текстов, безусловно, классных исполнителей, мощных гитарных рифов, скрипников, Алешин, Пушкина. Это та связка, которая не вызывает сомнений в качестве. Но это то, чего давно не было, и то, что очень хочется услышать. Поэтому planeta.ru, рок-опера «Окситания», Маргарита Пушкина, «Династия посвященных». Заходим, выбираем понравившуюся акцию, покупаем. Краудфандинг – это не просто материальная помощь. Это тот аванс, который вы даете артисту, автору в его работе. Мне кажется, люди, которые на протяжении 30 лет создают для нас шедевры в рамках металлического жанра, заслуживают того, чтобы сейчас их поддержать. Это действительно нужно. И я призываю вас поддерживать «Окситанию» на planeta.ru. Пока. Когда я впервые услышал группу «Ария» в 95 году, тогда для нас это были какие-то небожители. И возможность принять участие, как-то проспонсировать или оказать влияние на записываемые песни тогда казалось чем-то, ну, просто невероятным. Вот сегодня, через 20 лет, у нас есть возможность не только общаться с музыкантами в социальных сетях, но и через такие проекты, как краудфандинг на Планета.ру, поддерживать эти записи, участвовать в них, буквально вкладываясь в создание тех шедевров, которые сами мы потом будем слушать и затирать их до дыр в своих айподах.